батик, керамика, чеканка, бисероплетение и многое-многое другое. Работы, выполненные в разных техниках, были представлены на окружной выставке детского прикладного творчества «Мастерок». Конкурс проводится среди воспитанников детских домов и школ-интернатов со всех регионов Приволжского федерального округа. Финал состоялся в Кирове. В состав делегации из Ульяновска вошли 5 участников. Ребята привезли свои лучшие работы – игрушки, подделки, картины. Все сделано своими руками из самых разнообразных материалов. Моя подделка называется «Чайный домик». Сейчас расскажу, как я ее делал. У нас была заготовка, вот, и мне пришла идея. Я взял салфетки, обклеил эту фанеру, сделал декупаж, сделал из колготок голову, вырезал эти глаза, вот, чучело получилось. Моя подделка сделана из ткани и синтепона. Мы ее делали неделю. Собака – символ следующего года. Перед тем, как поехать в Киров, ребята прошли отборочный этап в Ульяновске. Сложно представить, что все эти работы сделаны руками детей 10-13 лет. Ребенок у нас привез подделку из дерева на удачу. Тоже сложно, я так считаю. Я сама просто педагог дополнительного образования. Даже вот этих собачек мы с Настей лично делали. Нам очень долго подбирали мы ткани, собирали, все это сшивалось, набивалось. То есть дети творчески занимаются. Конкурс проводится под патронатом полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе вот уже 5-й год. Главная его задача – создать условия для общения и развития внутреннего потенциала каждого ребенка. Мы максимально приложим условия и сил для того, чтобы этот проект и дальше развивался. Может быть, немножко, сейчас я открою маленький секрет, что он немножко изменится, и формат его изменится, но он будет праздничнее, лучше. В заключение выставки состоялась торжественная церемония награждения финалистов. 60 участников получили дипломы и памятные подарки. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.